Вообще, лирическое наступление во втором отделении уже друзья наши бросались вместе с нами. Свадьба была у инвалида войны, который вообще ног не имеет совершенно. Вот. И он настолько жизнерадостный, крепкий, что вот сегодня она закончилась, он попросил неожиданно. Ну, то есть вот как-то решили они пожениться. Вот. И нас пригласили за где-то за неделю. А у нас уже концерт, конечно, не сделал хоря был. Но ему мы не могли отказать. Ну, не могли никак. Это настоящий, когда он без ног делает какие-то силовые упражнения, аттракционы, он вообще... Инвалиды стоят и плачут. Ну, Лёши здесь нет, к сожалению. Он сейчас занимается другими делами, более... Лично. Вот, и счастье ему. Ты построишь? Хорошо. Гнездо Пити Трофимова. Дима, я серьезно. Я житель в моем гнездо. А нам, наверное, поможет звуковой режиссер. Может быть, и все-таки вот это? Ирочка, ну да, давайте. Возьми это. И вот. Попробуй. Есть. Действует. И грустят Голицыни озера. Посвящено главному клиническому пограничному госпиталю, где вытаскивают из того света бойцов и командиров, попавших в беду или получивших какие-то тяжелые болезни. И расположен этот госпиталь в живописнейших пушкинских местах Голицыно и посвящена песня Виктора именно ему. Ипократа и оружие, вечный мир.
сказал, и грустят Голицыны озера. Где вы делили вторую часть? Ну, по Ганине же играл на одной струне. А, понял, да? А урезали? В глубине есть Яко Кирков, это давнишний наш друг, он генеральный директор продюсерского центра «Изумрудный город», который предложил нам сыграть в спектакле сказочном, написать песни и сыграть в сказочном спектакле на балу. И еще был Гудвин. На балу Гудвина, да, ну, естественно. С тех пор он стал руководителем ансамбля. С тех пор он командует. Вот. И я вам скажу, что с Янкой мы познакомились в таких достаточно странных обстоятельствах. Были писатели, был наш библиотечный дружный такой вот союз. И пришел Янка. И пришел Миша в зеленом цилиндре. Это потом уже было, это потом. Пришел Янка и стал перешептываться, как великий с кем-то. Вот. А я играл в это время песню, я остановил песню, говорю... Янка, в чем дело? Нет, я не сказал, в чем дело. Янка, говорю, на сцене очень легко, говорю. Становись рядом со мной, сейчас мы с тобой споем. А он болгарин на самом деле. У него жена полька, и он какое-то время прожил на России. Янка, подтвердишь, что ты болгарин. И пользуясь этим, я решил его испугать. Говорю, сейчас мы будем петь, говорю, песню, знаменитую русскую песню. Если в России ее не знаешь, говорю, это стыд и срам. Вот, ее даже, говорю, предлагали сделать гимном России, потому что... Ее знают во всем мире. Я вижу, что он наливается каким-то такой тревогой. И я все дальше, значит, наполняю вот уме. И в конце концов я говорю... умеет запугать. Я говорю, значит, в конце концов я называю Катюшу. И Янка так разулыбавшись, как он поет все эти песни, все слова. И, видимо, после облегчения какого-то, вот мы пришли к какому-то такому вот союзу и участвовали в этом спектакле, из которого мы сейчас вам и споем песни. Миша, а еще я помню, как на открытии выставки художника Леонида Владимирского, Буратино, вообще не президент, президент группы «Друзья Изумрудного города», Михаил в костюме Гудвина открывал выставку в Государственной Думе. В Федеральном собрании. Это вышло. И Сергей Миронов тогда еще сказал, западная пресса завтра будет пестрить заголовками. А российский сенат впал в детство. Да. Димочка, готов? Хоть по большой земле большой человек, улыбаясь каждой судьбе, даже если ты простился с детством вовек, рисует паруса, чтоб жизни нашей грустной земной нам улыбались неземные чудеса, нам улыбались чудеса. Пустым будет далеко, но рядом с тобой добрый таинственный мир. Рядышком книжка,
крыши сказку дверь. Я верю в то, как ты верь в то, что за стеной нам добрый сказочник рисует паруса, что в жизни нашей грустной земной нам улыбались, нам улыбались, нам улыбались неземные чудеса, нам улыбались, нам улыбались, нам улыбались чудеса. Принцип контраста, мы вновь оставляем вас наедине с замечательным, я думаю, вы уже это поняли, дуэтом Ирины Христианова и Дмитрия Григорьева. Ирина Христианова и Дмитрий Григорьев! Японской девушки. На стихи Александра Бардадыма написал Виктор Попов. Кто еще так поймет японскую женщину? Как не два русских человека. И ждала его родимого давно. Я хотела голубое кимоно. Я ударь табуреткой по врагу.
родного самурая. Аси-аси-ся, аси-аси-ся, аси-аси-ся и песня вся. Хочется не только петь о японских женщинах, но и о русских. Какая из русских женщин мечтала стать царицей? Вот говорят, у каждого мужчины есть женское начало. Вот у меня точно есть, и оно раскрывается, когда я пою с Ирочкой эту песню. Сейчас услышите. Лев Смирнов, автор стихов, а музыку написал Андрей Гончаров. Как бы девки, как бы бабы, я царицей была, я спала бы, спала бы, день и ночь бы я спала. Я спала бы, спала бы, день и ночь бы я спала. Поутру светильник слабый потушила, вновь легла, под перилью спала бы, под похолою спала, под перилью спала. Пасть бы дабы стала б чаю попила и под розку спала бы и без музыки спала и под музыку спала бы и без музыки спала. Рожь не жалоб, как все бабы, и скотину не послали. Эх, спала бы, спала бы, ой, как весело спала, а спала бы, спала бы, спала бы, ой, как весело спала. Как бы девки, как бы бабы, я спала бы, спала бы, день и ночь бы я спала, день и ночь бы я спала, спала бы, спала бы, день и ночь бы я спала. По-моему, это твоя мечта, ты там вдохновенно поешь. Это начало мое. Мишенька, ну теперь мы тебя приглашаем. Твое соло. Раз, раз, раз. А песенка, собственно, про всех нас. Хотя на самом деле она называется «Песня о поэте Репье», который живет в непоэтическое время. Вот это да, это птица дуба, это птица дуба, подеба дуба, да дуба, вот это да. В одном заброшенном дворе у стройки на постоя репейник жил на пустыре во время непростоя, и всем, кто у него бывал, и низеньким, и рослым, свои репьи он раздавал, как будущие звезды. Вот это да, это птица-дуба, это птица-дуба, па-да-ба-да-ба-да-б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 а-
перчатый бутон, и репей звездой среди тьмы цветет для всех влюбленных. В цветках разлитый фиолетнем белое искрится, так в летний мрак небесный свет высветливает лица. Вот это ты так живет, это ты так живет, вот это ты так. Но странным кажется ему, он любит всех, и очень сам не нужен никому, ни днем, ни даже ночью. Под небом из прохладных туч он невезучий, что же, как божий прибыль стал колючий, пристает прохожим, как божий прибыль стал колючий, как божий прибыль стал колючий, как божий прибыль стал колючий, и пристает прохожим. А зачем? А чтоб не забыли, как любить, как выглядят цветочки. Пока мы строим дом, где жить, пока растут садочки, пока мы строим дом, где жить, пока взрослеют дочки, пока мы строим дом, где жить, пока растут сыночки. Вот наступает то время, когда мы снова все втроем вот, поем. Вот. Сейчас и Ирочка подойдет. Она одна сейчас должна попить. Первый раз припев, а второй раз будете повторять. Мы проверим. А мы будем не стараться. Фиолетовый пломбир.
качает головой постовой. Он сегодня огорошен Москвой. Ни черта он не поймет, сам не свой, словно рыба на мели. И я по улице иду, как хочу, мне любые чудеса по плечу. Фонари свисают, я же не хочу, как бананы в Сомали. У окна стою я, как холста, а какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета и ивелинку, и манеж. В Москве стоит зеленый посток, а в мосту идет таранжевый ход, и ладошник у метро продает апельсин цвета беж. Зеленый восход, по мосту идет таранжевый кот, и ладошник у метро продает апельсины цвета беж. Принадлежит каждом
глаз и улыбки смущенный рассвет, звуки голоса, кожи, атлас, каждой ноте души твоей снег сверкает каждой гранью драгоценной, в оправе сердца словно изумруд. И каждой встречи памятью бесценной все мои строчки тебе пою. Ты мой жгучий морозный рассвет, моей ласковый свет и тоскующий плоти раскат, обласкаю сиянием глаз, закружу фейерверком стихов. Ты души мои яркий экстаз, самый сладкий из смертных грехов. Я даже знаю, какое число будет. А я знаю, как он называется. Ты говори число, Миша. Значит, сейчас 15 часов точно так же, но воскресным днем, в день выборов, мы постараемся, чтобы вот как-то разгорнуть наши планы тоже, у нас там появились. 4 декабря, в воскресенье, 15 часов. А называется он где? А называется? Мы долго думали, придумали такую программу. Здравствуй, лето. Я думал, что да. Мы вот думали вначале, ну знаете, вот как декабрь, там что-то новогоднее, предновогоднее, потом, ну, мы все так назовут. Здравствуй, лето.
а в скобочках песни о том, чего нам так не хватает. И все, в зимней Москве. Нет, просто о чем нам всем? Ну, кому-то не хватает. Всем не хватает. Вот об этом и песня. Так что мы ждем вас здесь же в 15 часов 4-го. Вот теперь я знаю. Кто придет в бейсболках, вот тому скидка до самого низа, до 250. Да, также кто придет в шортах, и в майке, тот бесплатно, мы попробуем потому что с администрацией. Да. Здравствуй, лето. Но солнцезащитные очки просто придется. Всего хорошего вам. Вы понимаете, мы исчерпали весь лимит, который у нас и терпение.